проблемы и есть основание нашего города. Аплодисменты нашим мальчикам! Добрый день всем! Расскажите, пожалуйста, что сегодня за праздник у нас проходит в Золотом кольце? Ну, я скажу, что самое вкусное, самое традиционное и самая интересная масленица – это у нас в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» города Витебска, Двина. Так что всех приглашаем. Блины на колоде традиционные, игры, конкурсы. Ну, а блины, они повсюду просто сегодня царствуют. Ремесленники, представители реконструкции, готовящие, кого мы можем? Можно посмотреть целый ряд у нас ремесленников. Традиционные ремесла и соломоплетение, и лозоплетение, и качество есть. В общем, можно поудивляться и посмотреть на наших замечательных мастеров. Может, какие-то есть особенности новшества? Масленица здесь традиционная, с года в год, любимый праздник горожан. Что-то, может, в этом году новое появилось? Масленица была и вчера, и сегодня, и, как видите, народу у нас очень много. Я думаю, что, исходя из этого, люди тянутся, что каждый год у нас что-то интересненькое, и все идут на блины из колоды, потому что они самые вкусные, когда горяченькие, и варенье домашнее. Вот. Я думаю, что именно благодаря тому, что традиция существует именно здесь, в Золотом кольце, они все каждый год к нам и идут. Небо летели вселенные сочными крохами, нежными, белыми, вкусными, взбитыми сливками. С неба летели вселенные смехом, улыбками, нерастворенные пенные стохами, вздохами. Падали в руки, шептали, кричали расцветами, пели, смеялись, влюблялись, живя ожиданий. С неба летели вселенные. Пойдет.